Друзья, всем привет! Сегодня меня тут товарищ позвал попробовать починить мотоцикл. У него Racer 110, по-моему. В общем, что-то у него там поршень задрал или что. В общем, позвал помочь собрать. Есть у него какие-то запасные части, но там получается маленькая кубатура будет. Ну, попробуем, короче, сделать. Съезжу в соседнюю деревню, это 3,5 километра отсюда, ну, от моей деревни. Так, знаете, прокатимся. Сегодня у нас первый день потеплее, тут сколько дней холодно стояло, прям дубак. Сегодня ночью еще было только всего лишь плюс 5 градусов. 28 июня, ну, это вообще что-то с чем-то. По-моему, в апреле погода была теплее, там 10-15 было. В общем, прокатимся. Еду сегодня на мотовездеходе на своем СР 21. В общем, посмотрим, что из этого получится. Погнали! Вот он, мотовездеход. Многие его уже видели, конечно же. СР-21. Снежный регион, кировский мотовездеход. Сейчас мы на нем вдвоем попилим. Такие широкие колеса, смотрите. Не первый обзор уже, конечно, делаю. Тут у меня есть кое-какие переделки. Кто следит за каналом, кому интересен такой мотовездеход, я сделаю отдельный обзор скоро. Что я здесь внес, что у меня тут отломилось. В общем, пока об этом говорить не буду. Сегодня видео не об этом. Ладненько, погнали. Прибыли. Опа, бля. Василий, здорово. Да ты охренел, что ли? Так, чего доброго тут? Собираем. Потихоньку собираем. Racer 110. А чего тут? Ничего тут не сделал еще? А? Чего тут? А, поставил уже? Нет. Система ниппель. Я, говорит, пока дождешь. Только позвонил уже тут. О. Там вот эту зубочку покрутить. Фу. Вот тебе и помогай. Сказал, помоги. В итоге сам все сделал. Я говорю, пока тебя дождешься. Угу. Так. Подожди. Ну-ка это. Тебя поддержать что-то надо? Не, топалку. Топалку. Тихонько только. Ну понятно. Сейчас подожди.
Тихонько, стой. Перекрут. Назад? Назад. Как назад? Передачу воткнем колесом. Все ставилось? Конечно, ставилось, но это чуть-чуть как-то крутануть назад. Ну, передачу воткни сейчас колесом, крутанем. А ты не первую, наверное. А то так ты хрен повернешь. В другую сторону. Вот, по-моему, сюда вперед. О, подшипнички-то, Василий, да, у тебя. Да, да. Капитально у тебя их там, по-моему, нету. О. Ой, давай, тихонько туда. Ага, сейчас, подожди, давай. Опусти. Ну, еще чуть, оп. Так? Нет, сходится, почему-то пойдем. Так, вот тут вот. Ну-ну-ну. Ну там, ты там сам уже. Идеал. У тебя еще, кажется, запас был. Как-то странно покупал, и в комплекте еще этот шел, да? Ну этот, да, не поменяли же у меня в магазине. Что-то как-то странно. Головку надо на 9. И нету. Головка на 9 нету, у меня только 3 ключа с собой. Так, мало что, ремень менять. Тут тебя соседа вызывает. Так только не перетяни. А что ты говорил, отрегулировать-то как? То, что регулировать, ты говоришь, цепь надо было. Цепь я вроде не снимал, звездочки так болталось, и все-то не перескочило. Не должно. Клапана-то не смотрел? Что ли, починил так? Вот, все нормально как бы? Так. Крышку надо сейчас отпускать. А вон она. Вот. Знаете, какой стороны она была? И вот сюда вставляется. Вот. Ну, главное правильно, чтобы поставить. Не садится-то. Вот, наживил. О. Попал, как говорится. Угу. Да, все, затягивай. Там сколько, на 9, 10? На 10. И перетяни только. Так я тихонько пока, подожди. Что, болтается? Вот все. Что еще? Ну, какие болтики? Ну, давай. Не совпадает. А? Там у тебя совпадает? Ну, ты мне болт не дал, как я проверю? Так-то по этим-то совпадает, по линии-то. Да. Все нормал. Цилиндр заменил. И все будет окей. Ну конечно, с подшипниками-то у тебя вообще. Ну все, собрали. Был 110-й, стал 50-й. Посмотрим, потянет, нет. Все затянули, надеюсь. Глушитель затяни нафиг сразу. Это затянул я все. А, это была, да? Да. Охренеть, что, новый коллиматор, что ли? Или старый? Ага. Сечку надо крутить, чтобы заводить? Надо. Колпачок надо еще ставить. Ой. Они... Ой. Зачем ты так тянешь, блин? Привык. За тебе... Бурановским. Там резьба-то. Фига нифига. Перетянул разок и все. Похоже на то.
И этот, этот надо подкрутить. Подкрутить этот надо, как его? Иглу. Вот эту иглу надо крутить. Воздух. Вот эту вот. Ее надо. Эту? Да. Ее надо закрутить. Ее надо. Сколько не хватает? Ты закрути сколько оборотов, пока посчитай. Полтора вроде как примерно должно быть. Раз. Два. Грязные ручки не пихай. Потом же оборот. Два. Мне только не сильно. Два. Почти, ну примерно, да, там. Ну-ка. Надо просто выкрутить побольше. Может поменьше наоборот? Или поменьше. Все, заглох нахрен. Что-то не хватает немного, то ли топлива, то ли что. Так-то вроде бы заводится, но... Чё? Короче, мотоку не хватает, как будто бы топлива, уже иглу подняли и так далее, но все равно что-то он слабо как-то. Чё, прикинь, до такой степени 50 кубов не тянут, да, вообще. Покупай, Василий, вон, мото-вездеход. С ремнями, потом вот так. А чё? У меня пока два порвало, ничего страшного. Есть запасные. Зато с двигателем проблем нет. Ремень-то поменял и поехал дальше. Не развивает обороты, короче. Надо свечку посмотреть, какая она. Вот и все. 10 метров проехал. Нет, поехал дальше. Но слабо. Короче, мотоцикл работает на холостых оборотах нормально, но не тянет вообще. Иглу уже подняли, выше некуда. Все нормально работает, но не едет. Заказывать на новый поршень. 50 кубов это мало. Короче, вскрытие покажет. Давай подтолкну. Вот так поехал. О, даже обороты развивать начал. Пока непонятно. Время покажет.
Просто это 50 кубиков. Не тянет. Что, съездил ведь нормально? Нормально съездил? Факт то, что на ходу. Заказывать надо по-любому. Вот это ветрище. То, как к мосту подъехал. Бляха-муха, опасно. Вон какая амплитуда. Как вот его крутит. Там амплитуда нет, вот там люди идут. Будем переезжать на пароме. Мост крутит. Вот договорился. Товарищ тут перевозит каракат, за одним я перееду. На чудо пароме. Вода.
Вот на таких паромах у нас перевозят автомобили с одного берега на другой. Ну вот и прибыли. Вот такая вот поездка.
приключениями. А вон каракат, который меня сейчас перевозил, товарищ. Поехал по своим делам. Вован. Ну что, вот такой вот мотовездеход СР-21, кировский мотовездеход. Классная штука. Бывают, конечно, ремешки непредсказуемо лопают, но у меня пока в моей практике только лопнуло два. Один почему-то разлохматился весь, а другой просто напополам порвался. Вот он. Это первый ремень у меня вот так вот порвался. И немножко в цепь его заживало. Но это расходник. Это нормальная фигня, так сказать. Ремень есть ремень. Так, отдельно обзор сделаю, кстати, вот. Может, кому-то будет это интересно. Какие я все-таки сделал здесь доработки. И по ремням еще поговорим. Но в целом мотовездеход очень нравится. Ну что, друзья, вот такая вот история у нас на сегодня. Обычно у нас всегда без приключений не получается. В деревне жизнь такая веселая, так сказать. Все время какие-то приключения. Сегодня у нас очень сильный ветер, конечно, очень жуткий. Даже паромы, говорят, отменили у нас на Печоре. Так что вот так вот, ладненько. Ждите видео по мотовездеходу, обязательно выйдет. Сделаю отдельный обзор обязательно. Ну что, всем пока, до новых встреч.